Саженцы яблони Вениаминовская, зимний сорт яблок крупномеров, которые способны дать до 100 кг урожая с одного дерева. Особого внимания заслуживают плоды. Они крупные, 130 грамм, и имеют яркий красный цвет кожуры. Мякоть сочная, хоть и имеет зернистую структуру. Приносить плоды дерево начнет через 4 года после посадки. Собирать урожай можно уже в октябре, хотя периодом созревания считается сентябрь. Устойчиво к морозам и вредителям в виде парши. Единственным недостатком можно считать небольшие размеры взрослого дерева. Оно не будет превышать отметки в 4 метра. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.